Обновят смотровую площадку и поставят информационные стенды. Координационный совет по развитию городского туризма обсудил планы на ближайшие годы. Среди первостепенных задач – составить реестр экскурсоводов и туристических маршрутов. Заниматься этим будет управление культуры. В целом можно сказать, что по указанию главы города было поручение активизировать деятельность Координационного совета по развитию туризма в городе Магнитогорске и самой сферы деятельности. И, соответственно, создание данного реестра является одним из этапов упорядочивания в сфере туристического бизнеса у нас в городе, предоставления более качественного, более расширенного туристического продукта для клиентов. Из других задач – внедрить единую систему навигации и развесить таблички на объектах культурного наследия. Установка пройдет в 3 этапа и завершится в 2020 году. Внутренний туризм стал одним из основных показателей социально-экономического развития. Власти считают, за путешественниками подтянутся общепит, сфера услуг и общественный транспорт.